посох реликтового огня и так является довольно сильным оружием, но мы можем его усилить при помощи ядовитого камня. Теперь оружие способно призывать ядовитые облака, которые будут сразу же взрываться при появлении. Как вы видите, все работает довольно-таки неплохо. И таким образом мы можем наносить очень даже неплохой урон. А теперь давайте посмотрим, как поведет себя эта зажигалка в бою. Неплохо. Приступим к боссам. По итогу скажу, что посох реликтового огня — это довольно хорошее оружие, но при этом играть с ним довольно трудно.